19 июня верующие отмечают День памяти Пименовской иконы Божией Матери. Она особо почитается среди образов Богородицы. Считается, что молящиеся перед иконой могут излечиться от тяжких болезней и приобрести защиту своего дома от любого зла. Связано это с историей обретения иконы, которая запечатлена в летописных источниках. Так, в книге «Степенной царского родословия» сказано: «Монах Пимен, будущий митрополит, вот он в центре иллюстрации, принес икону из Византии. По прибытию на Русь, оно в летописях изображено вот так, образ замироточил. Мира спасло тяжело больных людей, которые были на пороге смерти. С тех пор икона почитается как чудотворная». Пимен где-то в районе 1381 года из Царьграда, из Константинополя привез эту икону Божией Матери. Сначала она находилась и была поставлена как такая вот чудотворная икона Божией Матери в Успенском соборе Московского Кремля, а потом была перенесена в Благовещенскую церковь. Благовещенская церковь – это будущий Благовещенский собор, это храм домовый московских князей. И вот там она находилась в алтаре, собственно, как древняя греческая икона. Для нас это, в общем, особенная ценность.